Теплые остановочные павильоны устанавливают в Уральске. Одним из новых павильонов пассажиры могут воспользоваться на остановке «Жигули». Для удобства граждан там установлен кондиционер, есть возможность зарядить телефон. Это четвертый теплый павильон в городе. Но есть еще места, где остановочные павильоны вовсе отсутствуют. О комфорте и дискомфорте пассажиров расскажут наши корреспонденты. Павильон на остановке «Жигули» стал четвертым теплым остановочным павильоном в Уральске. Открытие его пришлось кстати. В непогоду пассажиры смогли укрыться от дождя. Степан Иванченко, пока ждал автобус, успел зарядить телефон. Тепло, удобно, светло, погода любая, можно согреться. Рахмет, что такое делает. Все такие остановки должны по городу быть. Павильон оборудован для максимального комфорта пассажиров. Здесь и кондиционер, работающий как на обогрев, так и на охлаждение, и розетки для зарядки гаджетов, и сиденья. Витражное стекло дает хороший обзор на транспорт. Один такой остановочный павильон обошелся в бюджету в 10 миллионов тенге, тогда как стоимость обычных павильонов в среднем 1,5 миллиона. Мы хотим, чтобы остановки были для народа. В первую очередь, чтобы было действительно комфортно. В будущем объект будет сдан какой-либо компании на содержание, чтобы они следили за его чистотой и сохранностью. Тем временем, пока одни пассажиры довольствуются комфортом, другие в ожидании автобуса вынуждены мокнуть под открытым небом. В районе магазина «Урал» остановочный павильон вообще отсутствует. Старую конструкцию убрали еще весной текущего года, взамен так ничего и не установили. Крыши, как говорится, над головой нет. Вот стоим, тоже все это очень плохо. Специалисты отдела ЖКХ отмечают, что установка комфортабельных павильонов продолжится в следующем году. До конца текущего года установят еще несколько открытых павильонов. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.